Ханам юх паханам нынет буша улате. Ханте ясм на лешатам, хоранг потрат ванлати пахурен лате. Потр совдула ма, юнгвасангнин Юлия Накава. Суптен Йохан, Йохан Курт. Там увлончат хуват, сусилилам, вантилам. Кина хорбути темна, хорвулам. Порайлна, таму Йохан Йохру теват, шашемими ус. Тухалнен кэтна, еман имии альшиса. Нявремлал, пиланги семна питилисат. Паиттатимуса, лубхотвулал, еман илунтасал. Нум семна лицам, луб улапсел сиялате. Мула хорпи ус, мула нумасас. Мы хотим на мемодя. Это ланки Марфа Степановна. Вон на шоме нанте, а зинг нам нанте Марфа и нам сайт. А то та шоне гату сите вул не гату вул мелпа. Там даудат нанг яре меня тут тепитласи Марфа и ан нате. А дальше а мотя атул. А ты шимеш не нанте нанг хуте та вул мел. Та вул мел ха. Си паска сунг та мел вул мал Марфа. Шо па хотят по вул мел. Тата сэм написан. Тата? Ну, то есть лот, то есть одна югная там манулки. От хоп югот, все это. Ага. Сито урхот, ну, а юрхот урхот. Омин верлис? Омин, опе, бурай на юрман, опе, мне не отсават. Аси, бурай, мэн, урмун, калават, урган. Аси, мёхтам, ну, ша, маул. Мати пораус? Сито октябрус. А? 25 октябрь. Томста. От аркаскат, кось, урмун, мэн. Да, потушу, наверное, у этой сяйго урхоты, но мы могли бы утогать, утимант, утиштамант, а юрхот. Это курта, это лужа, луа, яра каланга, то есть каланга, что урмуна, это аркашка, это булометра, сюда ходили лаванта. Тата симунти лаванта, то урмунка, карповус, сюда пахали сайт, ходили. Майока, тайзам. О, не, мархотус. Но я не хоптус. Я не хопте. Читальше сет. А, ходи. Не хопте. Но хитта тогда оме асину нам не вину. Урму муна хайвила. То, что там от пяры тоже. Юру от пяры тоже. Это Ильгерман тайгает. Он так манта арти. Манлет. Ер. Я или нот пилан хочу, а еще можно. Ничего не знаю. Лупа не мрал, окай лал не мрал туз. Хоте лати улопе ма окай луса там яку хоп туз, те яку хисемат. Омеле твата. Аронг тайсет. Аронгат. Аронгат лал ар твата. Хорамангат. Хорамангат. Пунун апиет тайсу, кому хоп лел апиет. Шап тайсу, лопа. Куран. Кати там мы на той лиге спой. А, мам, кати на той этой. Кати то. А мы на машине, кати на той там. Нам кушает это улла типа. Пилнинглан рут, нам клан эвт хоюс. Я его мета и синя врем на рус тата. Агаша. Агаша это. Евай. Кати вообще то есть это все. Кати севан ханте эви это на той нюхом пилте ханте сохна. Ну, муша тогда хантет, вайт ноусунти. Брал солдат шантамус. Лунга вайт на. Ну, ха. Ну, и сот, ну, и сот, сумма, сумма. Ну, ты до ты что? И ты нам хорлен хищать, чипара хортулла. Ну, тогда хорт, захай, захай, хищать.
тан опилан пилн ой юхсевор лой лошаар би тош ягалэл ро татэл усаар мулай на школа ина тулайте школа тут он рат на катрошна татэ ноттил планта яйла и сирта тулай вату сугун пане ту тутлай луймасна па ноттис нарникасна у парайна атна хопна тулай таттай хопан тейна най хоп тутсай Каман нявры, май ход мама слепе. Том этот па курсан от цель, не там осает уст. Юнкен не нявры, не ну. Луп на хой омсер. Ну хой. Асия мун хой ла метлет панта, улсакат, айсакат на хой тет. Ма еще омсер ле нам луп на. Няса, юхан хуати лу. Халуас ну ату, хоян уйди сайю. А молат кем еще смосел, тельта луп на манитуе? Ну луп на еще хоу ма, если тогошта мантита сораван то овьетте а ти шо ишарта хуму ити силтенан сита асеневре мачеха йохатлате насахи йотлуа но доттае турайт ванта мун сите нингал немар хото ус ни сите се атте анкалина е атте говорил на нос антанина говорила ага Ханте, русиме. Ханте, саранус. Нема опрашт хото усанумле. Школа што ус. Школа е на улките на нангпилен хој ус. Не патрулки не била нега. Ханте ис. Мојде, кучуле мале. Дика. Kanang nata, yai nila mo pung nila may anam sa gan banta. Ikan ay to open pa natalya. Task. Aha, anam sa gan yung duhi yoktel nila. Kanang mo. Naamat lete. Kanyas naamat lo. Хат муна ворнга хаттате рунгкутап хатты. Потом моле верлати си хатлатна. Ну гор хатты. Оптимат мен ко порле рукам. То порте нанко се ен нуро. Ен се. Тошта хал. Нанши ен калисан. Ен галол нат йохна хат мен тотат наман. Ну муголлан го ямман планта. Аму муне катла катлатра акта сеттой. Аса кортанга. И сюда пит воды ты тут олил, но за я мато что-то на, а там не тато. Охна парати ямнеем, поле патен мала. И кем мувле янкарил танета? Тоа ти янгалено на га. Мати порај на туви на сусам, мола кем мувле. Мама си таа се, там по сусам си таа, тикабар ми сусам. Холп тај сам на, холп тај си таа. Ватто пора йогатлу ванта палвоснус. Итнан палвосна уллатан панангенна хатайям тамаш мувна палвосна. Манемна ше тутатна икем мунайца и кешне ямма ур. Ур муне аната тайна янам сам пасита дикай мунти я палвосна нита пан дикай. Пуян ан касе манта матрата сибирио. Аняр Йоханна. Ситаш ашер порчитанти. Юра сита се на пит малмет. Юра омел сита гула тула ванта палвосе. Омел охалне.
Евдокия. Если ты Саша и Александр, уролог на мува на Йохтелинган. Йохтелинган, ага. Толкута, почита мува усу. Чита мува версия толкутки. Чита мува на уролог на Сенкрах. Ерта мува на Санлай. Милай. Кунта азопен на кунте Товина. Юм панту паранси ем нинтинде. Ампшита нантилян на тутилта нанта. Амп, тэйн, тэйн, катла, катампа. Уран кутна, суспорайтна, да буде патлан шулил, да ган паллан. Мой ма паллан. Уча хисти урна. Анта ма уча хисти лим бута. Уча улилам. Инюр палта? Ам палта, анта тиристе уча урнам. Анта паллам. Ам пула, тайлам. Ма, это, унта хортам. Едет лям, са, ванта тхора ты ванта. А мула илу, шишке пелли ли, мула хошу? Мула сиял ванта, мула хор, хора ты. Ma voisin tainen kimetlapa, toika on kimetti ja etlapa. Juuri oli vain hiet vanta, mun ajattelin, ne ovat sen siin jätetle. Sopetti jona koko ajan, ansat nukkelen jinti juhalle tulen. Ei saa tehtä, mä oon jontus tuomassa, juudessa, niin mun ei ole. Olen tämän, hän tiedän. Kalang sohkosia, mati pora kemna numpikit sen. Mun mulla maasin koipaan, mulla täyl malvanta, mun samu vuoklu, kun te juurti edu ei nyotti. Mun juntustin. Tää malen, mun vien isi pataisin muupa. Nengenna, mati voi nyuhail, nengenna, lipienna mietrahan. No kora patka ei tuor tuor, no sitte saamatel, isi iam. Tätä urna, no, itse saamatel, kut isi antelen. Lohna jahlin. Lohna, ha. Шаши миме сунгат, Йохан Курт мувал химан. Улам, суптан Йохан, пелаванман, нон семна, сен клитлам. Йис порайна, еман котан, пурием, шунин суптан Йохан му. Няврем лална, Йохан Йохрудна, ашарашилал ите. Йелеш, телнат тейте атверецел, па мувел нем, вечкат верна, ат шашес. Россия хоне в Липина, арсер рутви, мурат урлат. Касан мур, лувьяра мув, паясан тайл. Шиверн, Россия хоне в Ташин. Тамисна, мула урагна мосл, рут ясан, рут мур улти шират, энам ты ненкательте уштие. Юм возна, ис ханты улапсы лыранты рупит лот ул. Виктория Сязи, шита рупиталь. Родилась в поселке Теркасале Пурского района, а затем уже после окончания школы закончила Югорский государственный университет в городе Ханты-Мансийске. И в 2017 году у меня была защита кандидатской диссертации по творчеству Еремея Даниловича Айпина. И до сих пор я работаю в Обско-Угорском институте и руковожу научно-исследовательским отделом Обско-Угорских литератур. Ненка энам ты порайл, медь юран, шёмын пора. Вот ваша диссертация. Какие основные концепты? На протяжении всего его творческого пути для меня это были женщина, природа и родина. То есть это вот основные три доминанты его творчества.
в своей работе я рассматривала генезис творчества, то есть его развитие. И раннее творчество очень сильно отличается от позднего периода темами, мотивами, образами, которые присутствуют в его произведениях. Раннее творчество было представлено на хантыйском языке преимущественно, то позднее, конечно, оно все представлено на русском языке, и, соответственно, оно отличается от того, что было создано ранее, и уже в позднем творчестве наблюдается присутствие темы любви к женщине, которая вообще не характерна была для развития хантыйской литературы в принципе. На протяжении почти вековой уже истории хантыйской словесности художественной не обращались к созданию темы любви, так как в хантыйском языке, к примеру, нет слова «любить». Ермей Данилович был единственным автором, кто обратился к воплощению этой темы, потому что она не характерна была для изображения. Какой инструментарий использует писатель вот при выражении чувств, допустим? Если вот взять вкупе хантыйскую литературу и проанализировать ее, писатели, поэты и прозаики, ранее кто обращался к теме, эскизно делали портретную зарисовку женщины, обращая внимание на внешний облик, такой как ресницы, волосы и глаза. То есть то, что было доступно, то и описывали. А не было изображения рук, либо тела, то есть на это не акцентировалось внимание. У Айпина он тоже следует этой традиции, но в отличие от поэтов, которые обращались к созданию женского образа и как-то эскизно говорили о том, что есть какие-то чувства к женщине, Айпин прописал это очень открыто. И вот в этом его новаторство состоит, что он единственный, кто начал обращение вот к этой теме столь открыто. В хантыйской традиции, если взять Айпина, то природа является не фоном часто, как в других литературах, других народов мира. У него она является действующим лицом. То есть у него деревья обладают руками, ногами. Именно через поэтику текста можно выявить то, что природа именно является действующим лицом. Например, у него есть произведение «Медвежье горе», где матерь-медведица охотится на лосей, два медвежонка ей при этом мешают. И она их, чтобы они ей не мешали и не отвлекали ее, она их отталкивает от себя и сверху кладет валежину. Когда она возвращается к этому, уже к медвежатам, она обнаруживает, что она их задавила этим деревом. Она настолько потом охвачена этим горем, что понимает, что она зря это сделала, то есть этот лось, он теперь является, его никто не употребит, и она от горя залазит на дерево и бросается вниз, и убивает сама себя. То есть через это можно выстроить символику нашего народа. Венгерские ученые тоже сделали предположение, что это все-таки символ является в произведении Айпина, что молодое поколение, оно все-таки теряет корни. И не случайно автор называет, наверное, свою одну из самых главных повестей «Угаснущего очага». Вы тоже представитель народа ханты. У вас есть ощущение, что мы находимся у угаснущего очага как народ? Я сюда приезжаю, наоборот, как за глотком свежего воздуха и глотком живительной воды, потому что я наблюдаю, как люди говорят, и мне это нравится, наоборот. То есть они, к примеру, не носят одежды, да, на улице хантыйского, но к ним подойдешь, к тем, кого знаешь, и можно слышать живую речь. Мне кажется, это, наоборот, так здорово, что она еще жива. Сот ветю мультастала цайтна, там лунхават муват хоща. Венгрия хоневат, уланкат ученый, антал регули поежав папаи, ты йохты лыскан. Таталин, ясан мохты, рутнув лыраман, касман рубитсанган. Нумли, Европа мувеват, ишкет бутна, юсли муватеват, анпальман, хотащты йохты лыскан. Как вы думаете, что ими двигало, когда они с центра Европы двигались сюда на север? Вот помимо вот этого родства, что-то еще, наверное, в ученых есть? Мы можем сейчас только предполагать, что ими двигало, но это, наверное,
та жизненная сила и интерес, которая двигает человека, когда он горит своим делом. Любовью, наверное, к своему этносу, что он пытается выяснить его корни, узнать что-то новое для себя и открыть какие-то тайны, которые хранит другая земля, другой народ. Но через этот народ он может открыть себе что-то новое. Ну, я думаю, что вы, как ученые, наверное, тоже обращаетесь к их трудам, особенно вот Йожефа Папы и песни Тегинского старца. То, что зафиксировал Йожеф Папа и Антал Регули, это все-таки фольклорный материал. Так как я литературовед, и я все-таки занимаюсь, наверное, исследованием текстов определенных авторов, то, что зафиксировал Йожеф Папа и Антал Регули, это ведь не один человек сказал. Этот человек был всего лишь инструментом. И этот человек рассказал историю народа, который проделал путь. У хантейского народа говорят, что исследователи, что нет эпоса. Такого, как Мастарава, к примеру, у марийцев и Калевалы у финнов. Песня Тегинского старца, которая была расшифрована Геннадием Павловичем Кельчиным, да, и опубликована. И ей уже занимался и Салтыков Прокопий Ермолаевич, и другие переводчики. У эпоса есть ряд признаков, которые нужно оценивать, и так смело заявлять, что песня Тегинского старца является эпосом, это еще нужно доказать. А эпос, он фиксирует путь народа, то есть откуда он пришел, и в этом эпосе должны быть зафиксированы подвиги, должен быть зафиксирован путь, который прошел этот герой, который является, к примеру, главным, да, героем. Как он пришел на эту землю. То есть, это вот как Одиссея у Гомера, да? Да, да. То есть, на мой взгляд, работа еще предстоит. Так смело заявлять не имеем права пока. Вы работали в архиве нашего Ямало-Ненецкого автономного округа. Вот с какими интересными работами, с кем вы встретились в этом архиве, ради чего вы приезжали? На мой взгляд, архив Ямало-Ненецкого округа вообще является уникальным. Так как в нем вот сосредоточен фонд Салтыкова Прокопия Ермолаевича. И я ранее встречалась с его произведениями в отдельных сборниках. Потом встретила его самостоятельный сборник, который был издан на хантейском языке. Когда в архиве работала и когда увидела, сколько всего при жизни сделал автор, я была немного шокирована. И, наверное, до сих пор пребываю в некотором сумбурном состоянии, потому что он же позиционировал себя больше как корреспондент. О том, что он вел переводческую деятельность того же Тегинского старца, еще других фольклорных текстов, я, к примеру, этого не знала. Достаточно большой массив его произведений, который не опубликован, который хранится в рукописях. На мой взгляд, это сегодня представляет огромную ценность, потому что, к примеру, это очень сильно обогащает художественную словесность Ханты. Один очень видный деятель литературы Арва Валтана высказал такое мнение, что каждый человек, пишущий на родном языке, по-своему совершает свой гражданский подвиг. Как вы думаете, вот как профессионал сегодня, эти слова актуальны? Я считаю, что он прав, потому что на русский язык, мне кажется, всегда успеют перевести. В любой момент можно перевести, придать форму стихотворению, созданному на любом языке. То есть перевести можно, а вот написать на хантейском языке, на говоре, который, к примеру, находится под угрозой исчезновения, вот это вот действительно стоит. Муєм, ханти яснімна, хоранлен, родина моя. Олен кантмім, нан вансен, олен няснім, нан хульсен. Ти слышала моє перше слово. Пораватку, ямагнанкім, ашарашенам, касле я муєм. Мохсартным щащием, каслоты, я на скеф мувим. Ты хранишь тропы моих предков. Юмвосанху ирлам, ямн ас мувием, тови пухлам, посланным, вулемемна, хорам ярна, хорам саем. Ты в сердце моем.
моего деда Аяни Вода. Ты в строчке моей бабушки-мастерицы. По раводку тус йосан ашьем, им восамнын хором омием, сам натайлалам, номасна нумлалам. Родина моя, ты в улыбке моей мамы, ты в звоне аркана моего отца. Сам натай ты ясным, эвиетна, йохна, елеш, оттуляем. Древний мой хан ты язык, ты на устах молодых. Хан ты ясным, хан ты мором, номасна нумлем, самим натайлем. Нан юран мохты, ма ищи юрани илен. Родин моя, с тобою и я становлюсь сильнее.